Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас обзорчик. Ну, кто догадался, уже понимает, к чему это все ведет, да? Led Zeppelin, 4-й альбом. Видимо, Atlantic студия записи. Вот, видимо, официальный. То есть картинка, все. Но издание у нас очень таки необычное. Это корейское издание. То есть тут можно скачать только с Кореи, корейской кассеты. Он Music Korea. Что-то там Warm Music, что ли. В общем, прям вот пахнет качеством. А Warner Music Korea. Вот мы видим сторона B песни, да? Тут много интересных слов по-английски. Сторона A тоже. Ну, Stairway to Heaven вообще просто. Видим все гаечки, болтики, все вот просто вообще на величайшем каком-то уровне. Просто бомбическое качество. Значит, подкассетник тут поменен, он чуть-чуть другой. Там такие кругленькие штучки, как у макселовских кассет, должны быть. Подкассетник я поменял, потому что он был такой потертый сильно. Так, значит, мы тут видим очень много текста на русском языке. Вот мы видим, конечно, значку, что heavy metal. И здесь у нас просто буклетище. Просто обалденнейший, что есть в тексте всех песен. Это просто пушка. То есть даже в то время -то, ну, ты не можешь найти где-то в интернете. Или вот тексты, я помню, первые, которые я вообще где-либо нашел, издавались газеты, я не помню, «Московский комсомолец», по-моему. И там даже были тексты «Короля и Шута». Было прикольно, потому что, ну, в интернете интернета не было, а тут вот в буклете есть все тексты. Вот по 4-му альбому Led Zeppelin. Прикольная, конечно, группа. Ничего не хочу сказать, хотя кто-то ее считает, да, каким-то монотонным творчеством, да, то есть, ну, не знаю, на вкус и цвет товарищей, в принципе, нет. Такая вот кассетка, ну, вот состояние клапанов, но они тут, походу, в принципе, и не нужны, тут все запаяно, все красивенько. Да, честно говоря, не задавался. Роль, функция клапанов на кассете. То есть, как бы, главное, чтобы было качество пленки хорошим. То есть она там, чтобы была не порванная, ничего такого. Но хотя эту порванную пленку, я помню, лаком подклеивал. Ну, из личного опыта. И недавно, вот, кстати, тоже недели полторы назад, тоже там несколько кассет подклеивал. Ну, пленка порвалась. И был такой интересный момент с пленкой RAX. Получается, момент склейки рекорда и начала пленки. Ну, вставил в плеер, и оторвалась. То есть, как бы, просто тупо отклеилась. То есть даже не пленка не порвалась, ничего, а вот именно место сцепления рекорда и пленки. Бынк. Я смотрю, у меня один ролик просто так по себе гуляет. То есть, а пленка на месте вся стоит. Ну, такой казус какой-то. Не знаю, может, качество, может, просто старая пленка уже или что-то. Склейка старая, но хотя не могу понять ни причину сего. Кстати, вот эта пленка тоже стоимостью 15 рублей. Вот так, ну, просто для справочки. Кто знает вообще об этом издании,
вот эти вот кассеты, потому что я что-то на продаже я таких не увидел. Вот именно таких. Даже на мешке я не увидел. Вот. Кто больше знает информацию, дайте, пожалуйста. Вот. Ага, сейчас выложу ролик, и какой-нибудь кореец мне напишет. Шутка просто. Бомба. Ладно, всем спасибо. Всем всего хорошего.